Так, ребятулечки, значит, у нас какие дела? Свеженький моторчик на толстых шатунах. Это был на тонких. Здесь распредвал сломался. Мы распредвал поменяем, поставим в бурязочку потом когда-нибудь. А это сейчас будем делать первые пуски. Надеюсь, все пройдет успешно. Все, дело в шляпе. Илюнька перепутал катушки там местами провода. Илюнька, надо подвязать эту барабору потом. Если развернусь, я это не выложу. Я уже показал.